Добрый день. Это из общественной организации «Народный контроль». Девушки, вы в курсе, что здесь происходит? Вы занимаетесь здесь проституцией. По-русски говоря, здесь происходит организация содержания притона и занятия проституцией. По нашим заявлениям уже возбуждались уголовные дела в отношении организаторов этого салона. Однако, несмотря на это, они продолжают заниматься незаконной деятельностью. То есть имейте в виду, сюжет будет выложен на официальный сайт нашей организации и также в социальной сети. Если худо, перспективы проблем работать в нормальных учреждениях, имейте в виду, делайте выводы. До свидания. Добрый день, уважаемые зрители. Вот мы находимся в эротическом массажном салоне «Рай». То есть, как мы видим, деятельность продолжается, услуги оказываются. То есть наличие алкогольной продукции, как и было ранее. То есть ничего не меняется. Клиент. Значит, по данному массажному салону, который расположен по улице Куйбышева, 48/1, эротический массажный салон «Рай», по заявлению общественной организации «Народный контроль» было возбуждено уголовное дело. Организаторы были причинены к уголовной ответственности. Вот есть вот решение суда, есть официальный ответ из управления Министерства внутренних дел города Екатеринбурга, где четко написано, что в отношении организатора массажного салона «Рай», расположенного по адресу Екатеринбург, Куйбышев, 48/1, дело рассмотрено в Октябрьском районном суде. То есть есть ответ от собственников данного помещения. Собственником помещения является Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. То есть есть официальный ответ от этой организации, где четко написано, что в одностороннем порядке расторжен договор нежилых помещений по адресу Екатеринбург, улица Куйбышева, 48/1. То есть они направили уже требования освободить помещение, передать их по акту приема передачи. В течение месяца оно помещение освобождается, деятельность продолжается. То есть все признаки для этого здесь имеются в наличии. Вот девушка у нас собирается домой. Я надеюсь, что не больше сюда не вернуться. То есть вызваны сотрудники полиции, данная снова зарегистрирована в дежурной части отдела полиции номер 7. То есть доведено до них повторно, что даже несмотря на то, что у нас есть ограничения работы данного заведения, а именно заведения, оказывающие массажные услуги, в том числе и эротические, конечно же, работать не могут в период пандемии тем более. У нас идет дикий рост заболеваемости, коронавирусная инфекция распространяется с дикой скоростью. Однако вот почему-то такие организации свободно работают. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы реагировали контролирующие органы, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, и принимали какие-то меры совместно с полицией и другими правоохранительными органами. Всего доброго, до свидания.